Является ли наша денежная система действительно настолько стабильной, как кажется? Или сложные проценты – это конструктивная ошибка? Уважаемые зрители, добро пожаловать на передачу «Клагомаур ТВ» с текущими экономическими новостями. На официальной веб-странице сберегательной кассы «Розенхайм» в городе Бад-Айблинг была опубликована статья об эффекте сложных процентов. Непривычно открыто автор осуждает ограниченные знания относительно вопроса денег и говорит: «Конструктивный дефект в нашей денежной системе – это проценты на проценты. Все экономические модели и расчеты предполагают процентную ставку как данность. Вопрос в том, хотим ли мы денежную систему, которая обеспечивает стабильность, или мы предпочитаем процентную систему, которая позволяет обогащение одних за счет других. В долгосрочной перспективе любая денежная система, основанная на процентах и сложных процентах, рухнет. Наша денежная система не от Бога. Мы, люди, создали ее и можем снова ее изменить. Существуют различные подходы к решению этого вопроса и денежные проекты, такие как, например, региональный денежный проект Кимгауэр, помогающие создавать деньги, которые больше не являются предметом патологического принудительного роста. Деньги, которые постоянно не перераспределяются от подавляющего большинства трудолюбивых людей к небольшой кучке очень богатых». Конец цитаты. Дорогие зрители, помогите нам создать денежную систему, которая снова обеспечит стабильность для всех людей. Распространение этой информации может способствовать созданию мощной сети, и это изменит мир к лучшему. Дополнительную справочную информацию по этой теме вы можете получить в новом художественном фильме «Мужчин не крадут» студии «Панорама Фильм». Подробнее об этой комедии, рассказывающей о глубинах человеческих сердец и денежной системе, вы найдете по адресу на экране. Хорошего вам вечера!